Дискуссионная площадка, божественная литургия и гала-концерт под открытым небом. В поселке Волжский у подножья Царева кургана прошел молодежный форум «Отечество. Достойные наследники». Мероприятие организовано по инициативе Самарской митрополии. На встрече подвели итоги просветительской работы, которую духовенство проводило в самарских учебных заведениях. Это первый столь масштабный форум. На одну поляну съехались более 1000 студентов. Основная тема разговора – любовь к родине, рассматриваясь в контексте духовных ценностей православия. Кроме того, работали 11 тематических площадок, в том числе творческая, историческая, волонтерская, спортивная, литературная и научная.